Всем огромный привет! Каждый четверг на моем канале выходят видео с рецептами правильного питания. И видео я снимаю не одна, а совместно с каналами Анна Флорида и каналом София Белавина. Они тоже готовят для вас полезные рецепты. Все ссылочки вы сможете найти внизу под видео. Не пропустите! Сегодня готовим лепешки с тунцом по дюкану. Я даже назвала бы это котлеты с тунцом. Очень полезные и вкусные лепешки из консервированного тунца. Не обязательно придерживаться диеты дюкана, но некоторые блюда из его системы могут вполне подойти для правильного питания. Лепешки готовятся быстро и просто. Продукты абсолютно доступные и не калорийные. В принципе, такие лепешки могут быть поданы к завтраку, так и к ужину. За счет того, что в состав теста входят овсяные хлопья, лепешка получается румяной, а благодаря тунцу и творогу сочной и сытной. Я приготовила небольшую порцию, ну и могу рекомендовать этот рецепт вам. Для начала из тунца нужно слить жидкость или масло и хорошо размять вилкой. Добавить сюда овсяные хлопья, творог и яйцо. Далее по вкусу добавляем соль, черный молотый перец, как указано в рецепте. Но я еще добавила укроп, потому что в рецепте был лук зеленый. Все хорошо перемешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы хлопья немного размягчились. Сразу кажется, что жидкости много, но поверьте, потом хлопья набухают и становится все нормально. Да и в принципе за счет яйца эти лепешки не развалятся у вас. Далее обжариваем на сковороде, немного добавляем растительного масла. Обжариваем с двух сторон по 7 минут на среднем огне. Подаем лепешки, как основное блюдо, так и перекус. Лучше всего к лепешкам подойдет соус на основе сметаны из йогурта. Желаю вам приятного аппетита, всего самого хорошего, будьте здоровы, подписывайтесь на мой канал и встретимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока!